Красноярские дорожники продолжают испытывать проверенную технологию укладки асфальта в снег. Это видео, которое вы сейчас увидите, прислал нам один из жителей улицы Щерса. На кадрах видно, что несколько рабочих кладут асфальтовую смесь прямо на снег. Очевидцы говорят, что такая укладка продолжалась несколько часов. А после дорожники разъехались. В администрации города сегодня рассказали, что эта дорога оказывается временная. Прокладывают ее для нужд коммунальщиков, которые там ремонтируют трубопровод. А если дорога временная, значит и следить за качеством не приходится, пояснили в мэрии.